На четвертом внеочередном заседании Совета депутатов все вопросы повестки предварительно были рассмотрены постоянными комиссиями. В ходе заседания были приняты решения о внесении изменений в правила благоустройства территории Щелково. Их действие не будет распространяться на реставрацию объектов культурного наследия, а также об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий округа. Вашему вниманию предлагается проект решения об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского округа Щелково. Также на повестке заседания был вопрос о создании рабочей группы Совета депутатов. В ее компетенцию войдет рассмотрение обращений граждан по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда. В продолжении заседания была заслушана информация о передаче имущества, находящегося в собственности Московской области, в муниципальную и из муниципальной в областную за третий квартал 2024 года. В завершении заседания обсудили законодательные инициативы, которые готовятся к внесению в Московскую областную думу.